находимся на небольшой речушке недалеко от города Могилева. Любителям половить окуня сейчас самое время. Ранняя весна. Нужно использовать небольшие приманки в размере 2-2,5 дюйма. Буду вести свою приманку по классике. 2 оборота палки. Есть! О, ты какая! Выпущу родную стихию и расскажу, как же произошла поклевка. Тихо! О! Кто-то есть, то очень-очень небольшой. Величественный горный Алтай, край Шамбалы. Здесь ты обновляешься душой и воспринимаешь свое «я» как часть природы. Горная охота на Алтае увлекательна и неповторима. Только здесь вы сможете гарантированно добыть морала благородного оленя Сибири.